Ивановская «Энергия» проиграла команде «Динамо» из Курска 53-74 в пользу гостей. Хотя начало игры было многообещающим. Счет колебался то в пользу наших девушек, то в пользу спортсменок из Курска. Первый период закончился счетом 15-17 в пользу гостей. И шансы догнать и даже обогнать были велики. Фатальным для нашей команды стал именно второй период 27-9 в пользу «Динамо». И наша команда уже не смогла переломить победный настрой соперниц. Не получился только второй период, где мы много отстали в счете, а Курск в этом периоде очень здорово забил, попал практически все. А потом уже отыграть 20 очков, конечно, это было сложно, тем более у такой команды. Как пояснили наши баскетболистки позднее, у них подкачала организация. Не до конца обдуманная расстановка игроков на поле. Девушки суетились и не сумели показать выдержанную результативную игру. Но сегодня мы не сыграли нашу, скажем так, командную игру, индивидуальную игру. То, что мы можем, сегодня мы не показали этого. Мы проиграли подбор, в частности, игру под кольцом. Нам забили с под кольца, мы не смогли забрать мяч под кольцом и под своим, и под чужим. Еще небольшое оправдание от тренера. «Энергию» ждет следующий раунд плей-офф. Девушки усиленно готовятся именно к этим играм и имеют неплохие шансы. Но прежде им предстоит ответный и, судя по всему, нелегкий матч в Курске 31 марта. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.